Второй сезон драматического украинского сериала «Две матери» с большим интересом ждут тысячи зрителей. Премьерный показ этого телепроекта осенью 2018 года на телеканале 1+1 вызвал большой интерес у всех любителей хороших мелодрам. Первый сезон проекта, который состоял из 24 серий, представил режиссер Евгений Баранов и сценарист Ольга Лукьяненко. Создателям сериала удалось подобрать замечательный актерский состав, который мастерски исполнил свои роли. По предварительным данным, дата выхода второго сезона сериала «Две матери» запланирована на осень 2019 года. Точная информация о премьере 25 серии проекта будет известна позже. Следите за нашими обновлениями.